Nissan Sefira, избавляемся от порыва шланга ГУР, сильные морозы. Nissan Sefira, какой год? Это 33-й кузов. Короче, что получается? Кузов. Вот радиатор, так. Он перемерзает. Вот. И шланг вот здесь вот этот обратки рвет. Что мы делаем? Какие действия? Вот этот шланг с радиатора приходит в бачок, мы его снимаем. И обратку, она уходит на радиатор. Угу. Его тоже снимаем. Получается, обратку мы ставим на бачок, а этот просто кольцуем, чтобы туда не попадала грязь. Все, понял. Короче, и здесь все. Вы кольцуешь. С обратки в бачок кидаю, и все. Соответственно, в морозы она не охлаждается, да, и да, ГУР да. живет хорошей жизнью. Да, именно так. С теплым маслом. Да. А летом, наоборот, на лето все это дело возвращаем обратно, чтобы он охлаждался, да? Кто-то не возвращает. Но лучше летом, я думаю, вернуть. Да, вернуть. Я все того понял. Же мнения. То есть тем самым мы сохраним жизнь ГУР. Ну, мы уже не сохраним. Я понял, у тебя уже гудит. Но я так полагаю, что по трассе прям это будет вообще прям... Я думаю, да. Если в мороз по трассе ехать, то лучше... Все-таки закольцевать. Такой небольшой лайфхак, да? Сейчас модно, лайфхак, совет. Я в интернете поискал, я не нашел инфы как таковой. Ага. Все понятно. Nissan Sefira. Кому надо, покупайте, да? Нормально. За эти деньги вполне. Ты почем ее брал? Он у меня 190 не вышел. В него бы газ поставить. Цены бы не было. Вообще бы цены не было. А год выпуска какой? Год выпуска 2001. На одометре 230. Ну, я думаю, где-то там полмиллиона есть. Полмиллиона. Короче, отмотали, да? Короче, там руль мыши погрызли. Он не просто стер, он погрызли. Короче, руль погрызла мышами. Вот такой небольшой лайфхак для гидроусилителя на Nissan Sefira. У кого есть такой Nissan Sefira? Ну, он, конечно же, оплетку сюда надел. Но там он был погрызан. Кожа здесь, конечно, у него тоже вот накидки, кожа такая тоже вся подзатертая, там прям машина вообще прям. Вот. Такая досталась. Сингапурец. То есть Nissan Sefira, сингапурец. Ладно, ребят, всем добра и пока. Немного отступим от темы черри.